такое устроишь с самой мини-компанией, понял? Да что вы, ей-богу, это же роковая случайность. Ну вы кушайте, а то вы прям как не знаете. Мне тут гайгуй не нужен, запомни. Да я ж ничего такого. Да ты шо, как орать на улице, ты ничего такого, как в трусах гоцать до остановки, ничего такого. Пьешь, веди себя тихо, культурно. Ты что вы душу тянете? Я же отсидел уже. А я тебе еще на месяц ЛТП организую. Будешь у Анастаса камни таскать, понял? Всем здрасте. Здорово. Миша, зашел сказать за одну неприятность. Пацана этого, Васю Харзуму сына. Мусора ловит. Барабанщик. Угу. За что? Да вроде он как на Витьку Дудера напал. То ли голову сбил, то ли еще что, я не знаю. Да ты что? Да что ж такое? Тот-то другой. Видишь? Ты еще гадишь. Не хватало, чтобы из-за твоих фокусов менты сюда налетели. Ч-ч-ч-ч, спи-спи. Обидно же. Да иди уже. Все. Все, видишь? Ручки мои. Витя. Витя. Витя, какого Витя? А что, нема зашел? Можешь поискать? Что поискать? А ордер? Ордер есть? Да, так по-соседски зашел. По-соседски? Угу. Что за беспредел? Тьфу, и ты здесь, Витя, чисто на минутку зашел. Жека. Жека, 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 ша, Жека, сам, ша, сам. Скучаю я, гражданин Цыгель. Девочка моя в бега подалась. Ты своим шепни, пущай поищут. Времени до вечера вам. Не по-людски это. Значит так, либо я ее вижу, либо ты видишь меня с ордером. Шара закончилась. Зря ты так, Витя. Это не так. Так еще будет. Ты чуешь? Иди спать. Всю
жизнь, как кроты. Все пилят, пилят, пилят. Дети подземелья, блин. Слушай, лучше так, чем всю жизнь шифроваться. Ты тебя не доперло еще, что пора завязывать, а? Я не могу. Вот только не надо мне сейчас про свободу и кайф, ладно? Нафига такая свобода? Алло! Здорово! Привет! Ну что, как ты, брат? Хорошо. Алканавты глухонемые забрали. Вас видели? Привет. Привет. Парное. Фу. Коровой пахнет. Стас! Поехали. Куда? На киностудию. Тебе нельзя, я сам поеду, скажу ребятам. Так и что, всю жизнь тут сидеть, что ли? Давай собирайся и поехали, снимай сапоги. Что ты кричишь? У тебя еще молоко на усах не обсох, а ты кричишь. Чего? Что? Усы вытри. Ты понимаешь, что это опасно ехать? Ехать по-любому надо. Тёмыч студию оплатил. Ну что ж ты оплатил, деньги вернем. У меня же есть, ну. А у меня нет. Паш, я серьезно, давайте садимся. Недолго. Я что-нибудь придумала. Ты уже напридумывала. На. Анастас, погнали. Держи, колхозница. Сам колхозник. Погнали. Что, ну, они нас с отцом рядом посадили и начали. Где он? Куда мог сныкаться? Понятно. Я говорю, без понятия. Бабик на измене. Он думал, что они за бухлом пришли. Сидит, втухает, боится, что сейчас на голубятню полезут. Паху, за что они сказали? Вот этот он вообще. Он, короче, какому-то менту башку проломил. Прикинь? Я худею, дорогая редакция. Неужели насмерть? Да вроде нет. И что, Пашку теперь посадят, да? Ну, конечно, посадят. Покушение на сотрудника органов власти минимум 5 лет лишения свободы. Так, умный, заткнись, понял? Да, не каркай. Да не каркаю я. Тём, ну что там? Ждем. Понял. Тёмыч, ты не придет? Он что, больной, что ли? Так, давайте, ждем 30 минут. Не приходит, расходимся. Получается, если Пашку посадят, то мы все? Не играем больше? Бэмби, ну это что, сейчас самое главное, что ли? Не, ну я просто спросила. Пабло, сильно опоздали? Здорово. Ну ты даешь, старик. Привет. Привет. Так ты кали рванул. Ну я так и думал. Что, играем? Паша, какой играем? Что у тебя с ментами? А что с ментами? Ну, приходили утром. Что, кто-то знает, что мы здесь? Да нет, в принципе. Ну и все. Ребята, я разберусь, поехали. Так. 1:44, арбайт. Родаки в шоке.
ехал Грека через реку. Видит Грека у реки рак. Сунул Грека руку в реку, рак за руку, Грека сам. Ну что, как у нас тут? Уютно? Уютненько. Чувствую себя как дома. О, вы еще камеры после ремонта не видели. А, так точно, вы же не были еще у нас. А, я проверял. У вас же последний эпизод в 67-м году был. Он же единственный. И к тому же вы по нему свидетелем проходили. Так что никаких судимостей. Хоть сейчас народные заседатели. Один мой старый друг говорит, судимость – это лишнее. А. А вот товарищ Дзержинский говорил, отсутствие судимости – это не ваша заслуга, а скорее наша недоработка. Так что, гражданин Миллиотти, мы с вами будем теперь наверстывать упущенное. Вот, думал, для себя сыграю. О, пригодилось. Я тут много чего интересного. Начиная аж с аферы с лотерейными билетами. Вот, и заканчивая автомобилями ВАЗ-2108 с автовоза. Ну, кое-что, конечно, на скорую руку, так, чисто для памяти. А какие-то дела в полном ажуре, хоть сейчас в прокуратуру неси. Что, может, желаете полюбопытствовать? Мне говорили, что вы в последнее время какой-то нервный. Но я не думал, что все так запущено. Так это вы сами виноваты. Что же вы так персонал-то распустили, а? Но ведь никогда не поздно все исправить. Да нет, гражданин Миллиотти. Боюсь, что поздно. У меня клинический случай. Медицина бессильна. Соболезную. Стоп! Ну что? Что, блин? Паш, ну серьезно, никуда не годится. Давай мы потом запишем, нормально все будет. Когда потом? Когда выпустят? Отец договорится. Не договорится. Давай писать. Давай писать, хорошо. Пишем. Пишем. Можем. Еще один день, словно выстрел в упор. Еще один повод рехнуться от скуки. И счастлив, что не наложил себе руки. И что не остался примерным скотом. О, смотри-ка, сам пришел. Ну что, гражданин Харитонов, проходите, присаживайтесь с нами. Спасибо. Устаю. Но это навряд ли. Сесть-то все-таки придется. Я поговорить пришел. Один на один. По-мужски? Это можно. Коллеги, перерыв.
Слушаю. Что вам надо? Не понял вопрос. Она же сказала вам, что она не с вами. Что вам надо? Сынок, ты кто? Хотите, можете меня посадить. Лерку не трогайте. Она же вам ничего не должна. Ты с какого детсада свалился? С Чебурашки или с Колокольчика? Я ж тебя просил. Я тебя как человека просил. Не втравливай его с другой колоды, не его, это все. Тебе что, нехороших пацанов мало, кому голову дурить? И главное, мне что делать? Ну ладно, ты Жору подсугундер, ему может быть полезно кайлом помогать, а я тут при чем? Твой ненормальный контужен, он же меня раком поставил, причем в буквальном смысле слова. Михаил Маркович. Что, Михаил Маркович? Витя что сказал сделать? Найти? Ну. Так сдайте. Кому? Лидеру. Ты сейчас за кого меня держишь? Я была бы ты мужиком, я бы тебе в глаз дал. Я серьезно. Сдайте меня и потом решайте все свои проблемы. Монтана, слышал? Она хочет, чтобы я ее ментам сдал. Че? Ничего. Это как это? Семёночка, прием. На связи. Греческая 23, бытовая драка. Опергруппа на выезде. Семёночка, принял, вызываю. Слушай, Харитонов, ты бы сказал, где она? Все равно ж найдем. Ищите. Ты ж нормальный парень. Нафиг тебе такая? По приколу. В трёху. Лицом к стене. Руки. Вперед. Здрасте. Как Черноморец сыграл вчера? Не знаю. Тьф, понасаживают всяких. И букашки по три чашки с молоком. Здравствуйте, дядь Борис. Этим, как его? Ну, с кренделем, короче. Па, ты это Ирке рассказывай, она маленькая. А, ты большой? Большой. Так прошу, рассказывай. Другое. Прошу. Про мушкетеров хотя бы. Тьфу, за мушкетеров я наизусть не помню. Ты же сам знаешь. Кино же видел. Ой, это кто у нас такой огромный? Игорек. Привет. Какой мужик вымахал. Помню, раньше такой был. Сейчас скоро папку перегонишь. Так его мамка дождевой водой купает. Вот он растет, как гриб. Два слова, Витя. Игорек, сходи покатайся. Вить, ты... Ты-то ерунду придумал. Ну, пришел бы нормально. Сыграли бы. Сказал бы так и так, а то... Михаил Маркович, вы только представьте себе на минуточку,
Я сегодня без обеда. А дома котлеты рыбные. Пап, смотри. У меня она. Что, таки нашлась? Не, сама пришла. Говорит, помогите. Можешь забирать. Кстати, грек уже у тебя, так что забирай до пары. Ай, вы как полицай. Что, своих сдаете? Я тебя умоляю, Витя. Не, ну за то, что я тебе шепнул, звонить никому не надо. Но между нами говоря, они с греком мне уже во где сидят, от них одни болячки. Творят, что хотят, краев не видят. Спасибо за помощь следствию, товарищ Цикель. Ну что, мир? Ну, поглядим. Игорек, давай до дому. Давай, котлеты рыбные ждут. Давай, давай. До свидания. До свидания. Старушка не спеша дорожку перешла. Ее остановил милиционер. Несу я в сумочке кусочек булочки, кусочек курочки и пирожок. Здрасте. Здрасте. Слышь, папаша, Черноморец вчера как сыграл? 1-0. Жарков. Это на 17-й минуте забил. Что, и все? Ну, хотя бы так. Это тоже верно. Молодой человек, извините. Это вас по телевизору показывали? Ну. О! А я смотрю, знакомое лицо. Вы же музыкант. Я помню. Вы играете в ансамбле. Да игрался. А песня мне, кстати, понравилась. Да, там слова такие. Найти тебя. Сегодня ты выглядишь изумительно. Слегка воинственно, слегка... Забыл слово. Чувствительно. Точно, чувствительно. Чувствительно, да. Хорошая песня. Да-да, очень хорошая песня. А что, добрая, главное, со смыслом. Что, вам правда нравится? А вы думаете, старикам должна нравиться Зыкина только Людмила и это... Хор Пятницкого, да? Молодой человек, между прочим, в вашем возрасте я ведь тоже, ну, не играл, но увлекался. Да, джазом. Это сейчас почти все можно. А в мое время за такую музыку могли и... Музыка толстых. Да, именно. А что же такого натворили, чтобы сюда? Вы же человек известный, по телевизору показывают. Да, такое. Козло одному по башке дал. Подрались. Конечно, из-за красивой девушки. А вы ему этому, как вы выражаетесь, козлу хоть за дело? За дело. За дело. Ну, кто бы сомневался-то. А он что, милицию вызвал? Да нет, он сам из этих. Из этих? Поворот. А девушка? Что? Ну, ее тоже забрали, да? Да не, нормально все. Нормально. Точно нормально? Да, да. Это хорошо. Приятно было познакомиться.
Такой мужчина на ночь глядя пришел ко мне, а я одна. А как мне быть, не понимаю, в него по жизни влюблена. О, какие люди. Что опять? Что-то вы зачастили, гражданин начальник. Так тянет к хорошим людям-то. Привет, любимая. И глядишь, я принес. Дулечка, какой же ты у меня заботливый. Так, я не поняла, и кто меня сдал? Ты закусывай, не шуми. Граждане деловые, оставьте меня с девушкой тет-на-тет. Только без резких движений, чтоб не пораниться. Человек, Миша, гуляем на воздух. Прошу, пардона. Довольны? Только я всегда радуюсь, когда ты рядом. А мне пофиг. Понял? Задолбалась бегать, спать хочу. Так пошли. В камере-то спишься. Не стыдно? Любимую девушку на нары. Что так не терпится, да? Ой, все-таки какая же я молодец, что я тогда тебя послала. Сволочь ты, Витя. Это я сволочь? Да, ты сволочь. С Пашей что? С Пашей? А что с Пашей? Все в порядке. Сидит себе. Смешной парень. Сам пришел право качать, или ты его послала? Пошли. Ой, все, не надо. Пока не допью, вообще никуда не пойду. Ты это ради бога. Ох, Лер, женский алкоголизм – это же страшное дело. Это вообще не твое дело. Он любит меня по-настоящему, понимаешь? Верю. Чего ты вообще тогда заводишься? Я понимаю, если любил меня, а так-то что? А я не любил. Витя, я тебя умоляю, ты меня всю дорогу за шалаву держал. Да? Да. А вот я думал, что у нас по-другому было. Смотрите на него, по-другому. А как это у нас по-другому? В позе лебедя, да? Знаешь что, ты просто был уверен, что я никогда и никуда от тебя не денусь. А тут вдруг мне надоело, и Витечка вдруг обиделся. Ну вот сейчас Витечка действительно обиделся. Да мне по барабану. Давай, что сидишь, наливай. Тост скажу. За любовь, Ведь. Ты что думаешь, что я Паше говорила, что я люблю его?
и все такое? Ни разу. А он из-за меня к тебе попёрся. Мая, я прямо сейчас заплачу. Потому что он думал, что ты человек, а ты мусор. Да, мусор! А ты что, забыла? Как мусор нужен был, так в обнимку спала, как не нужен, так на мороз! Не ори! Да! Сама не ори. Все, хорош рамсеть, пошли. Что за водка паленая? Что, из-за пилок? Нормальная водка. Что надо? Витя, 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 тихо, 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 я. Вить, живой? О, ну ты ведь даешь. Мы так не договаривались. Наврил ты делов. Что? Что здесь было? Что с ним? Грохнул ты его, Витя. Я когда прибежал, ты уже в отключке валялся. Морда переляканная. Лерка, он в истерике, орет. Говорит, у тебя припадок был или что? Держи. Лезь. Пальнул. Я это, обойму вынул. От греха подальше. Я сейчас рыкну. Зачем? А я что знаю? Арулеш! А расскажи ему, что было. Да он его вытащил. И давай за Леркой. Глаза белые, хрипит. Чарли хотел его успокоить. А он вот дуплетом шарахнул. Жалко. Безобидный был чудак. Для отчетности. Очнулся, гад. Опять по дуракам кортишь, да? Ненавижу. Ты понимаешь, что ты себя расстрелом отдал, а? Смотри на меня! Пусти, мне больно! Короче, завтра же утром Пашу и Жору выпустишь. И только попробуй хоть пальцем. Я тогда тебя по полной, понял? И вообще я вас всех посажу. Чао! Ты откуда? Я, между прочим, тебя с 8 утра жду. Пошли. Слушай, а что меня выпустили, а, интересно? Не знаю. Может быть, у Дудлера совесть проснулась? Да? С чего бы это? Стоп. Ты что, думаешь, что это я? Я не думаю. Ну, вот и все. Давай. Здрасте. Вас хоть завтраком покормили, лично меня вытолкали на голодный желудок. Здравствуйте, Павел Васильевич. Здрасте. Не узнает.
Придется все же вам билеты на концерт Pink Floyd организовать. Заслужил. Георгий Леонидович. Блин, как я сам не допер, а? Это же он. Угу. Да, это я. Поехали. Честно сказать, это не самое мое любимое место в Одессе. Сосиска или погуляешь? Сосиска. Погуляешь. Пойдем? Сделай две порции, ладно? Идем. Так. Откровенно, Павел Васильевич, знакомство с вами, тем более в камере, в мои планы не входило. Ну, раз уж я провел за решеткой всю ночь, оставьте ее в покое. В каком смысле оставьте? Занимайтесь своими делами, ее не втягивайте. А чего вы решили, что я втягиваю? Ну, я же знаю, что вы там помогли ей с чем-то. Она же отработала. Знаете, в чем ваша проблема, Павел Васильевич? Вы советский человек. Лесовок. А у совков есть одно неприятное качество. Пожалуйста. Чего? Ну, погоди. Возьми. А? Они любят спасать. Совки любят спасать. Если кто-то не такой, как они, они тоже его спасают. И обычно силой. Вы ведь считаете, что любите Лерочку? Не ваше дело. А вы уверены, что она хочет спасаться? Что ей нужен именно рыцарь печального образа, а не разбойник с большой дороги? Это вам. Что это? Ну, Лерочка обещала вам вернуть деньги за квартиру. Долги нужно возвращать. Я ее отпущу, Паша. Но, извини, не за даром. Вы о чем? Поможешь мне в одном деле, и мы в расчете. Согласны? А если я откажусь вот от этого? Тогда в расчете? Тогда нет. Погнали! Куда? Домой. О чем говорили? На жизнь. Что? Не поймали? Или уже отпустили? Бать, ну ничего я такого не делал. Ну, сам пришел. Все разобрались, отпустили. Надолго? Вася, тебе дитё сказал, они разобрались и отпустили. Он тут, и Лелечка подтверждает. Ма. Не виноватый он. Ма, это не Лиля. Не Лиля, а кто? Я Лера. Какая Лера? Валерия ее зовут. Почему Валера?
Ну, хоть не Гена. Ешь, ешь. Домашнее же мама делала. Кушайте, кушайте. В общем, мы решили, что вместе жить будем. Чем в тюрьме, лучше с ней. А что же сказал Вася? Серёга? Вареньки, говорю, вкусные. На вареники, как вареники. Чем идешь, рукой подай. Как всегда. Ну и что вы себе думаете? Дальше как? Нормально. Что нормально? Жениться будете ли? Так? Поженимся. Да? Да. Но если вы против не будете. Ой, Пашенька, Пашенька. Ну что стоишь-то? Сумки в руки и вперед. Давай. Пойдем, пойдем. Ой, конспираторы, не могу. Терпение. И только терпение. О, подожди. Ты маленький. Ой, братан. Хороший какой. Хороший, а. Пойдем, пойдем. Давай, братан. Гуляй, братан. Паш, ну сейчас же нас сыт. Да не твои проблемы. Так, но все же. А что стоим-то? Welcome. Смотри. Так. Здесь я буду репетировать. Угу. А там ты борщи варить. Угу, сейчас, размечтался. Пойдем. Шучу, борщи. А тут мы будем... Что? Ничего. Угу. Да, дворец, конечно. Картинку повесим, и нормально будет. Угу. Вот такой. Ой, ой. Пардоньте. Артем Николаевич. Там такое было. Я тебе потом расскажу. А что стоим-то? Падаем. Паш, а? Мани, Мани, держи. Братан, 2,5 косаря. Остальные дома. Батя с книжки снимет. Yes. Так, ну что, товарищи, поздравляю вас. Вы стали счастливыми обладателями прекрасной кооперативной квартиры в городе Герой Одесса! Дринкнем? Я что-то не поняла. Ты что, квартиру купил? На какие бабки? На те, которые ты у меня свистнул. Так, ну что, как говорится, прыснем! Прыснем! Легче, и воется звонче, и можно понять.
мысли остаться с тобой, ведь это всего лишь один только день. Тряхнуться от скуки и счастлив, что не наложил себе руки. И что не осталось? Тебе Грек что-нибудь про Штахановского говорил? Ну, типа. Ты согласилась? Угу. Я ему скажу, что ты передумал. Не передумал. Почему? Бросай все. И без проблем. Нет, Паша. Нет? Ну, тогда под присмотром будешь. Буду хоть знать, за что в репу получаю. Да? Два. Что, правда на мне жениться хочешь? Ну, придется. Я же честный человек. Ты да. Лерка будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жуличку люблю. Алло. Добрый вечер, Павел Васильевич. С новосельем. Ну, как вы там? Спасибо. Грек. Алло, Жор. Привет.